Всем привет, с вами StevPro, и сегодня покажу вам карту Звездные войны для Майнкрафта Pocket Edition. После установки данной карты в нашем мире появятся настоящие Звездные войны. Ну, если честно, то часть Звездных войнов, например, добавится такой робот, в которого мы можем залезть, и в каком-то смысле мы можем им управлять, сидя за рулем. Да, вот такой руль примерно будет выглядеть в виде заборчика, в котором мы можем пройти, да, сквозь текстуру прямо проходим, и здесь мы как бы управляем. К сожалению, на ступеньки залезть мы не можем. Здесь есть также сундуки, которые, наверное, пригодятся в режиме выживания, когда вы будете драться с друзьями. Также здесь есть истребители, которые были в Звездных войнах. Как видите, они также стреляют какими-то своими бластерами. Но, к сожалению, это нельзя никак сделать в виде анимации. Здесь также мы можем управлять, но, к сожалению, автор карты не доработал этот истребитель, так как здесь нет лестницы. Если вы в режиме выживания, то, во-первых, вы сюда никак не залезете, во-вторых, если вы залезете, то вы не сможете выбраться из этого истребителя. В этот истребитель мы также сможем попасть. И, к сожалению, здесь также нету лестницы. Но, надеюсь, разработчик этой карты доработает свою карту, и карта будет готова. Очень хороший станет она, может быть, а может и нет. Здесь также есть окоп, в котором мы можем так удобно посидеть и в кого-то пострелять, или от кого-то спрятаться. Как видите, можно попасть и идти дальше, бежать и прятаться. Тем самым вас, может, никто не попадет. Идем дальше. Здесь есть также еще маленькие ямки, в которых мы точно также сможем прятаться и посидеть. Ну, если честно, эта карта во многом раз подходит для пряток. Да, такой режим есть. Прятки. Либо прятаться за блоки, либо просто прятаться в какие-то темные места и сидеть на приседе. И тем самым ваш ник не будет виден. И да, такой режим можно сделать и так сыграть. Вот. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.